Те, кто у нас именуются оппозицией, либо заведомо не способны прийти к власти иначе, как в результате государственного переворота, причем организованного не ими, скажем, Михаил Михайлович Касьянов или Михаил Борисович Ходорковский, заведомо не соберет на выборах и 2% голосов. Либо не располагают связной программой политических и экономических преобразований, скажем, тот же Ходорковский, по сути, предлагает просто вернуться в те самые лихие 90-е, где ему посчастливилось выжить, и на лестнице, построенной из костей его конкурентов, подняться ввысь.